Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня я расскажу о необычном способе ловли щуки в глухозимье, о котором поведал старый рыбак со стажем. Как вы поняли, дело было в глухозимье, а в это время, как правило, щука малоактивна, и хоть одно срабатывание за весь день считается везением. Как ни странно, этот рыбак переловил всех на водоеме, флажки его жерлиц то и дело срабатывали. Естественно, наше любопытство зашкаливало, и мы пошли узнавать секрет этого рыбака. Секрет оказался прост. Рыбак сказал нам, когда он ловит щуку, то режет жабры, затем пропитывает снег кровью и потом все это кидает в лунку. А иногда он использует кровь животных, которую покупает на рынке. Как видите, кровь реально работает по щуке. И это доказано на практике неоднократно. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!